сотнях световых лет от Земли раскинулось гигантское космическое облако. Пока некоторые его участки скрывают десятки еще нерожденных звезд, другие разрываются в клочья грандиозными вспышками. Пространство здесь пронизано смертоносным ионизирующим излучением и нитями раскаленного водорода, а огненные вихри способны поглотить целые звездные системы. Это место — ближайшая к Земле звездная колыбель. Место, где рождаются новые светила. Так что же оно скрывает от нас на самом деле? Звездные колыбели в изобилии разбросаны по галактике. Некоторые из них имеют сравнительно небольшие размеры, другие же простираются на десятки и даже сотни световых лет. Они представляют собой обширные туманности из межзвездного газа и пыли, постепенно сжимаемые неумолимыми силами гравитации. Большинство этих грандиозных облаков едва заметны на фоне космической пустоты. Иные же можно увидеть с Земли невооруженным глазом. Одной из ближайших подобных структур является туманность Ориона. Она расположена в 1344 световых годах от Земли и представляет собой средний объект в так называемом мече Ориона, хорошо различимой линией из трех сравнительно ярких источников света. Благодаря крупным размерам и относительной близости к Земле, туманность привлекала внимание ученых с самых ранних этапов развития астрономии. Неудивительно, что эта грандиозная структура является одним из наиболее изученных космических объектов. Первые подробные снимки туманности Ориона были получены с помощью орбитального телескопа Хаббл еще в далеком 1993 году и продемонстрировали нам невероятное разнообразие ее окраски. Большая часть вещества на них имела красноватый или сине-фиолетовый оттенок. Однако спектральный анализ некоторых окраинных областей показал необычные ярко-зеленые линии. Долгое время это явление ставило исследователей в тупик, ведь наблюдаемое излучение не соответствовало ни одному известному на тот момент элементу. Было даже высказано предположение о существовании гипотетического элемента небулия, отсутствующего на нашей планете, но в изобилии рассеянном в космических облаках. Однако с развитием науки было обнаружено, что подобные светы спускает сильно разряженный и ионизированный кислород. Данное открытие позволило объяснить не только странное свечение многих туманностей, но и некоторых звезд, в том числе нашего Солнца. На данный момент в пределах туманности Ориона уже обнаружено не менее 3000 светил, а также гигантские облака межзвездного газа и множество протозвезд. Все это многообразие космических объектов сосредоточено в области диаметром порядка 23 световых лет и находится в постоянном сложном взаимодействии. Общая же масса всего сконцентрированного здесь вещества составляет около 10 тысяч солнечных. Если мы приступим к более подробному изучению туманности, то сможем обнаружить несколько явно выраженных областей. Самой заметной из них является трапеция, известная также как Тета-1 Ориона. Это рассеянное звездное скопление возрастом около 300 тысяч лет, состоящее из 8 основных компонентов. Некоторые из них представляют собой двойные звезды, другие же не имеют компаньонов. Наиболее яркими и заметными среди светил трапеции являются 4 звездные системы, обозначаемые буквами латинского алфавита. Они расположены очень близко друг к другу и сосредоточены в области диаметром около 1,5 световых лет. Масса каждого из этих объектов лежит в пределах от 15 до 40 солнечных, а значит, они представляют собой молодые и горячие светила.
Самой массивной яркой звездой как скопления трапеции, так и всей туманности является объект под названием Тета-1 Ориона Си. Он представляет собой бело-голубое светило главной последовательности массой около 40 солнечных и радиусом 8 раз превышающим размеры нашей звезды. Температура поверхности небесного тела составляет порядка 45 тысяч кельвинов, а светимость выше солнечной примерно в 250 тысяч раз. Излучение Тета-1Си подсвечивает практически всю окружающую ее туманность. Однако в непосредственной близости от светила межзвездного газа почти нет. Дело в том, что для объектов данного класса характерен очень мощный звездный ветер, который отбрасывает разряженное вещество далеко прочь. Отлетев от трапеции на несколько световых лет, мы обнаружим еще одну примечательную систему — Тета-2 Ориона. Она состоит сразу из трех гравитационно связанных звезд, расположенных поблизости от так называемой перемычки Ориона — протяженной полосы раскаленного газа, испускающей яркий свет. Долгое время густые пылевые облака делали исследование этой области практически невозможным. Однако совсем недавно телескоп Джеймс Уэбб предоставил нам более подробные снимки данного участка космоса. Первый компонент Тета-2 Ориона лишь немного уступает массой и светимостью крупнейшей звезде трапеции, а температура его поверхности составляет около 35 тысяч кельвинов. Второй объект системы в 15 раз массивнее и в 12 тысяч раз ярче Солнца. А третий обладает массой в 5 солнечных и раскален почти до 14 тысяч кельвинов. Однако не только яркие светила привлекли внимание исследователей. Инфракрасные камеры Джеймса Уэбба позволили ему обнаружить невидимые ранее объекты, скрытые в глубинах газопылевых облаков. Благодаря телескопу в самом сердце туманности Ориона было открыто около 180 так называемых проплидов — плотных и темных протопланетных дисков, окружающих еще формирующиеся звезды. Одним из них является объект Орион-294-606. Молодая протозвезда возрастом около 1 миллиона лет, окруженная газопылевым диском диаметром порядка 300 астрономических единиц. Благодаря тому, что данная система повернута к Земле ребром, мы можем изучить ее структуру и размеры. Предполагается, что через несколько миллионов лет она превратится в светило главной последовательности, сопровождаемая системой из нескольких экзопланет и, возможно, их спутников. Ночное небо этих будущих небесных тел должно представлять собой поистине фантастическое зрелище. Только представьте себе многоцветную светящуюся пелену, сквозь которую пробивается сияние множества близких и ярких звезд, гораздо более многочисленных, чем на Земле. А время от времени грандиозные вихри раскаленного газа закрывают половину небосвода, превращая ночь в прозрачные сумерки. Если мы отлетим немного дальше и рассмотрим более обширную область, то убедимся, что основной объем туманности занимает рассеянный газ. Центральная часть облака заполнена сильно ионизированным водородом, обильно поглощающим высокоэнергетическое звездное излучение. Температура этого газа может достигать 10 тысяч кельвинов, но быстро падает по направлению к краю области. Перепад температуры давления, а также столкновение потоков звездного ветра приводит космическое вещество в движение, создавая грандиозные потоки и вихри. Согласно расчетам, скорость некоторых из них может достигать 50 км в секунду, а размеры превышать диаметр Солнечной системы. Также в некоторых областях туманности были обнаружены тонкие нити протяженностью в несколько световых лет, состоящие из относительно прохладного молекулярного водорода с примесями метана, этана и воды. Отлетев еще дальше, мы обнаружим, что центральную область туманности Ориона окружает обширное облако более холодного и плотного газа,
Сияние ярких звезд и свечение ионизированного водорода причудливо переплетаются здесь, создавая прекрасную многоцветную световую завесу. За ней прячутся сотни космических объектов, невидимых в оптическом диапазоне. Однако инфракрасные камеры современных телескопов позволяют проникнуть сквозь пелену межзвездного вещества. Объединив данные из разных источников, астрономы открыли в пределах этой области около 700 протозвезд на разных этапах развития. Их концентрация заметно ниже, чем в центральной части туманности, что объясняется меньшей степенью гравитационного сжатия межзвездного газа. Абсолютное большинство данных объектов очень молоды по космическим меркам и все еще находятся в процессе формирования. Согласно современным представлениям об эволюции звезд, новые светила образуются в ходе постепенного гравитационного сжатия обширных облаков межзвездного газа. Как правило, гигантские туманности в результате этого процесса разделяются на множество близко расположенных центров притяжения, которые вскоре превращаются в протозвезды. Подобные скопления называют звездными колыбелями или, более научно, областями звездообразования. В определенный момент внутреннее давление сжатого газа компенсирует гравитационные силы, приводя протозвезду в состояние временного равновесия. Оставшееся вещество закручивается в гигантский вихревой диск, причем часть его постепенно поглощается будущим светилом. Другая же доля, напротив, выбрасывается далеко за пределы рождающейся системы. Свое влияние вносит также нарастающее магнитное поле молодой звезды. Ионизированные частицы разгоняются в его силовых линиях, после чего стремительно покидают окрестности объекта. Согласно расчетам, скорость подобных потоков может достигать нескольких сотен километров в секунду. Сталкиваясь с окружающим газовым облаком, они создают масштабные вихри и полусферы, называемые объектами Хербига-Аро. В процессе часть кинетической энергии рассеивается, превращаясь в свет и тепло, которые окрашивают эти причудливые структуры в самые разные цвета. Кроме того, сверхбыстрое движение оказывает влияние на окружающее вещество, распространяя по нему ударные волны, также фиксируемые телескопами. Так как звездные колыбели содержат множество близко расположенных протозвезд, каждая из которых создает несколько газовых выбросов, неудивительно, что объекты Хербига-Аро демонстрируют удивительное разнообразие форм и расцветок. Очевидно, что являясь по сути своей результатом масштабного космического столкновения, они крайне нестабильны и изменчивы. Объекты Хербига-Аро быстро меняют окраску и форму, и, как правило, полностью рассеиваются в течение нескольких десятков тысяч лет. За это время они успевают удалиться от родительских звезд на расстоянии от 1 до 3 световых лет. В настоящее время открыто около 400 подобных объектов, а общее их количество в пределах Млечного Пути оценивается примерно в 150 тысяч. Возможно, одной из разновидностей этого грандиозного природного явления являются пули. Плотные газовые сгустки диаметром в сотни астрономических единиц, также замеченные в туманности Ориона. Двигаясь с невероятной скоростью, они без труда пробивают более разряженные водородные облака, создавая в них далеко распространяющиеся ударные волны. Согласно данным спектрального анализа, фронтальная часть этих объектов содержит атомы железа, светящиеся в инфракрасном диапазоне. Возраст пуль оценивается примерно в 1000 лет, а происхождение пока остается загадкой. Предполагается, что они возникли в результате какого-то катастрофического события. Продолжив дальнейшее движение, мы вскоре обнаружим, что туманность Ориона является частью гораздо более крупной космической структуры, называемой облаком Ориона. Оно простирается на сотни световых лет, а на звездном небе Земли занимает практически все созвездие Ориона.
Именно здесь расположена широко известная туманность «Конская голова», знаменитая своей причудливой формой. Она представляет собой плотное пылевое облако диаметром около 3,5 световых лет, хорошо видимое на фоне контрастного алого свечения. Также поблизости от туманности Ориона расположена грандиозная космическая структура под названием «Петля Барнарда». Эта эмиссионная туманность размером порядка 300 световых лет появилась на свет около 3 миллионов лет назад в результате ряда последовательных взрывов, близких сверхновых. Смешение потоков газа, уплотненного ударными волнами, породило гигантскую изогнутую туманность. А свечение нескольких молодых звезд, собранных в рассеянное скопление, окрасило ее в красноватый цвет. Несмотря на всю свою красоту, туманность Ориона — это хрупкий и нестабильный объект по меркам Вселенной. Звездный ветер и давление света множества молодых светил, а также выбросы газа и турбулентные вихри постоянно рассеивают ее вещество в окружающее пространство. Туманность уже потеряла около 60% своего изначального вещества и примерно через 100 тысяч лет лишится его остатков. На месте сияющего многоцветного облака останется рассеянное звездное скопление, похожее на Плеяды. Некоторое время образующие его молодые светила будут двигаться вместе. Однако постепенно каждый из них найдет свой путь на просторах окружающей бескрайней галактики. Несмотря на многолетнее развитие наблюдательной техники, Джеймс Уэбб убедительно показал, что до сих пор мы не видели Вселенную во всем ее многообразии. Благодаря его снимкам мы узнали, что давно, казалось бы, исследованные участки звездного неба могут стать источником новых, удивительных открытий. Темные глубины космоса скрывают множество секретов. И кто знает, что мы увидим в них завтра.